Привет! Мы насмотрели советов крупных аниматоров, и все в один голос твердят, что в этом деле главное не красота, а смысл. Ага. Да, да. Ага. Это правда! Поэтому знакомьтесь, это мы. Не, ну а что, ведь красота-то не самое главное. Главное, что у тебя в душе. Пиздец. Свою деятельность на Ютубе мы начали, как ни странно, не с реакций. Наш первый канал был похож на гибрид научпока и до того, как стал известен. По сути, мы рассказывали краткую биографию популярных людей, сопровождая рассказ десятками сцен спидпейнтов. Работали над каналом и все свободное время. А так как его у нас почти не было, потому что мы ходили на гребаную работу, то каналом занимались мы только вечерами и ночами. Я писал сценарий и занимался озвучкой, а Алина составляла сцены и отрисовывала их. При таком напряженном графике один ролик у нас получался максимум раз в неделю. И вот в очередной вечер, считая свои пару сотен просмотров, мы все чаще натыкаемся в Ютубе на какие-то реакции. Всем привет! Сейчас мы посмотрим новую серию Мармока! Новое видео Мармока! Поехали! Да как это вообще смотрят? Всем привет! Сейчас мы посмотрим новое видео Мармока. Поехали. Да, так мы и начали делать реакции. Поначалу, честно говоря, было так стрёмно сидеть перед камерой. Это, она нас уже снимает, да? Ну да, снимает. Так, начинаем, как бы, да? Поехали? Ну да, давай. Мы поняли, что реакция считается полным зашкваром, и что ты станешь изгоем общества, что от тебя отвернутся друзья, откажутся родители. Да ладно, это временно. Наберем аудиторию, а потом будем свое делать. 2000 years later. Всем привет! Сейчас мы посмотрим новую 1200-ю серию Мармока. Поехали! Спасибо тебе, что досмотрел до конца. Этот ролик мы делали достаточно напряжно, но, как вы поняли, мы боимся не сложностей, а оказаться незамеченными. Поэтому мы будем очень благодарны за поддержку. Ну и до встречи в следующих анимациях!